ты меня называла. Максим Кравяков. Поехал на свой штрафной бросок. И вот это да! Вот это да! Максим Кравяков приносит 2 очка в копилку воскресенскому Химику. А мы посмотрим повтор, друзья. Покажите нам повтор. Приносит победу Химику со счетом 5-4 в серии буллитов. А мы еще раз просматриваем повтор этого победного броска. Как здорово в домик Смолина. Но Смолин шикарный.